И снова здравствуйте, ZBrush 2019. Как сделать альфу? Разбираемся. Открываем тулы. Возьмем цилиндр. Даже не цилиндр, сферу. Нажимаем Edit, Make Polymesh. Включаем Flur. Выравниваем Shift, левая кнопка мыши. Поворачиваем. Ctrl Shift. Сделаем обрезку Trim Rect. Вот так вот. Вот таким вот образом. И вверх вот так вот чуть-чуть срежем. Теперь Move, Gizmo отключим. И вот так все это дело поднимем, вытянем. Вот таким вот образом. Всему этому можно придать рельеф, пролепить. Ну, не суть дела. Давайте вот так все это дело еще подкорректируем, обрежем. Отключим флур. Даже можно... Так, теперь что можно сделать? Заходим в геометрию, все это дело с помощью сайза уменьшаем. Вот так вот. Делаем всему этому DynaMesh. Теперь ставим Move, Gizmo, Ctrl. И вот так все это дело моделируем. Снимаем маску и вот это дело все перетаскиваем вот сюда, вот так вот. Опять снимаем маску, Ctrl, все это дело вот так вот поднимаем. И немножко можно его в бок вот так вот перетянуть. Выравниваем Ctrl-Z, выравниваем Shift, левая кнопка мыши. И все это дело вот так вот вперед выносим. Периодически смотрим, чтобы все это дело было нормально по размеру. Вот так вот. Теперь берем опять, включаем Move, Ctrl, поднимаем. Вот так вот. И все это дело вот так вот переносим. И повторяем вот эту всю комбинацию. Следом еще добавим вот так вот. И все вот так опять подкорректируем. Типа чешуя. Вот так вот. Снимаем маску. И чтобы уже сэкономить время, поднимаем весь вот этот монолит кверху. И все опять это дело выравниваем. Снимаем маску и с помощью гизма немножко это все выравниваем. Вот таким вот образом. Ну и еще немножко все это дело поднимем. И вот так все это дело переведем и немножко опустим. Вот такая штукенция получилась. Ну и как теперь с помощью чего теперь можно сделать вот этой модели альфу. Заходим в тулы, находим вот здесь вот MRGB Grabbers, вот, ага. Вот так вот ставим, и можно вот свечом, можно All Switch вот так вот включить. И вот это все дело левой кнопкой мыши
Вот так вот все это пробелом перетягиваем и устанавливаем вот именно то окно, которое нам нужно. Вот так вот. Вот у нас появилась альфа и получились текстуры. Теперь жмем Ctrl-N. Откроем давайте любой примитив. Допустим, куб. Вытянем. Edit. Make Polymesh. Делаем Ctrl-D. Добавляем дивайдер. Заходим в Geometry Del Lower. В альфу нажимаем альфу и включаем вот эту вот сделанную альфу. Также можно включить и текстуру. Переходим на Drag Rect и посмотрим, что получилось. Так, Ctrl-Z, добавим еще дивайдов, чтобы четче было. И вот такая вот чешуя получается. Прикольно все, зашибись. Также можно делать вот эти альфы любые. Одинарные, двойные, какие-то заготовки. И вот так ими пользоваться. Все, всем пока, до свидания.